Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс и долгожданное обновление 1.9.9. Что нового в версии? Итак, ребят, это мотель, естественно, мы его и ждали. Двери придорожного мотеля открываются для всех заблудших выживших. Нифига себе. В развлекательной программе новая локация, неплохой лут, новые, но не сложные игровые механики. Ну, то есть, думать нам не придется, это уже радует. Дружественный совет, запасайтесь топорами и помните. Если голодный зомби почует свежую выживальческую плоть, даже стены его не удержат. Получается, что зомбятина, если учует нас, будет даже стены крушить. Вот это будет именно интересно. Локация добавлена на постоянной основе. Несмотря на крайне неприветливый персонал, с ее зачисткой смогут справиться и недавно прибывшие выжившие. Да прибудет с вами ВСС. То есть они сразу же ВСС винторез упомянули. То есть сейчас я вооружаюсь ВССками, если они таковые у меня будут, и топорами отправляемся на эту ферму, если, конечно, это у меня тоже все найдется на базе. Итак, ребят, зашел я на локацию, сразу вижу, вот он, мотельчик. Ребят, сейчас несколько минуточек, быстренько я подготовлю все, что нам нужно. И самым быстрейшим образом отправляемся в мотель крушить, ломать 1.9.9 обновление. Итак, ребят, я набрал с собой кучу большущую всяких ресурсов, ингредиентов. И теперь мы можем отправляться в отель. Прежде чем туда отправимся, конечно, быстренько модулей навешаем на наши глобки. Очень быстрым образом. Самым быстрым, который имеется. Все, теперь точно на 100% готов выйти и показать силушку богатырскую. Так, что у меня здесь есть? Так, ну, пускай будет этот узорчик. Два ВСС, да прибудет с вами ВСС топоров. Немалое количество. Ну, в принципе, в обновлении написано, что возьмите с собой топоры. В множественном числе. Это означает, кстати, меня зарейдили, ребят, как вы видите. Это означает, что все-таки в мотеле нужен будет не один топор. С помощью бензина мы доберемся к этому отелю. Мне нужен торговец на рейдеры, поэтому я как бы не трачу пока что энергию. Если потратишь больше 50 энергии, сразу же появится торговец. Ну, это мои наблюдения личные. Сейчас мы заходим в отель. И предвкушение чуда. О да, ребят, это трасса. О, сразу же нас, ну, я встретил. Давайте ВСС возьмем, почему нет? Херандок. Сразу же почему-то напоминает эта штука, по-моему, какая же это игра? DR? Нет. Ого, так, зомбятина, херандок, вырубили. Вау, это ж какой-то баллон с оксидом, ни хрена себе. Это все можно забрать к себе на базу, я так понимаю. То есть бензорез или какая-то плазморез, или я даже не знаю, что с этим баллоном можно будет делать. Огнемет. Вообще в предвкушении, конечно, что можно будет делать с этой штукенцией. Ага, эта штука непригодна для транспортировки. Я так понимаю, ее где-то можно будет использовать, чтобы запустить что-то. Или что-то сделать. Итак, мотель, херандок. Ты чё, просынаешься? На, спи. Получается, блин, а я уже сколько всего надумал. Ребят, что это такое? Требуется газовый баллон. Вот куда баллончик-то нужен. Вот где собака порылась. Вот оно, вот оно. Быстренько баллончик берем и переносим в нужное указанное нам место. Что хотел сказать? Конечно, долгожданная обнова. В этот раз я ждал ее очень долго. И, ну, не то, что долго, а очень сильно. Даже наводил себе будильник. Думал, что будет все-таки с пятницы на субботу. Наводил будильник и просынался каждых полчаса. Ну, не полчаса. Давайте преувеличивать не буду. Каждых 2 часа. Проверял, есть ли обнова или нет. Но ее так и не случилось. Вот сейчас отличное время для обновы. Херандок. То есть я понимаю, что это будет типа взрывчатка. Взрыв нужно посмотреть. Хорош! Нет, чтобы C4 установить, только такую хрень придумали. Ну, я думаю, это будет лучше, чем C4. Давайте, ну, тут алкоголь однозначно должен быть. Крепкий алкоголь.
Даже к гадалке не ходи. Вот он. Крепкий алкоголь, компотик и водичка. Водичку тоже заберем. Может быть, наш триглодит захочет покушать. Вижу я комнату. Держи. То есть на изи убиваем. Короче, лутается комната. Отель на изи. И я думаю... О, шапка даже. Шапка Мономаха. Или шапка Самостраночка. Сейчас смотрим, что здесь. Даже не успел проснуться, ребят. Опа! Можно в туалет сходить, если вы не сходили раньше. Давайте залутаем. Смотрите, вот это сомбреро. Я бы взял это сомбреро. И было бы лучше, например, чем эта кепочка. Кеды, бинты, какие-то там куски ткани. Ух ты, чё, толстяк. Смотрите, он переоделся. Да тебе идет эта бирюзовая маечка. Я бы тоже в такой походил. Нормально. Что здесь? Что ты тут делал? О, зомбята, хай, хай-ю-хай. Ребят, хай-ю-хай, с вами Михалыч. Что вы делаете? Дай. Так, я знаю, что можно делать. Вот так вот подойти и ширинку расстегнуть. Что они будут делать? Так. Я думаю, только тупица так сделал. Ну, я думаю, разрубить это все. Ро-о-о-о, толпа зомбяшек. Держи, окаянный, и тебе тоже всем достанется. И мне достанется, и вам достанется. И всем, ребят, достанется. Попробуем подлутать все, что здесь есть. Ну, это майка. Не совсем то, что хотелось. Еще. О, эти уже сами. Сами. То есть вы видите, что даже если они учуют запах, да, там, то есть пукнуть. И они сразу же учуют запах и сразу вырвутся сами. Даже топор не надо будет использовать. О, это печка, да. Сейчас затопим, будет тепло. Отопление не включает, так мы хоть в отеле погреемся. Так, вот так вот сделаем. Досточки. Что? Ванная. Ну, ванная. Мне пока еще рано. Ходим в ванну только по праздникам. Что здесь? Ну, здесь я понимаю, что тоже все не заберешь. Но лут, я вам скажу, ничем не отличается, например, от простой зеленой локации. Тоже ничегошеньки. Где же наша... Ва, тетушка Ясва! Ну, обязательно нужно... Смотрите, какая она симпатяшка! Ох-ох-ох-ох! Тетушка Ясва! Тетушка, блин, жаль, что здесь нельзя карту, ну, приближать и посмотреть, как же эта тетушка Ясва выглядит. Ну, попец у нее нормальный, конечно. Вот это попень. Ого, хочется есть. Терпи, я Ясва... Ох, сколько у нее подбородков? Кто посчитает? Раз, два, три, четыре подбородка. Вот это тетушка Язва. Орет она тоже нормально, нереально. Ладно, ну ударь же меня. Два. Ох, урон у тебя. Ух, ляха какая. Годная ляшка. Ну, и вы увидели Язву. Я тоже увидел Язву. 2500 хп, конечно, мы не увидели. Но... Что видели, то видели. Короче, получается, что я не такой враг злой, как его рисуют. Вот мы увидели тетушку Язву, а она какая-то не такая. Хотелось бы намного круче. Так тут ничего нет, что ли? Блин, комната, в которой вообще ничего не лутается. Давайте продолжим. ВСС, да прибудет с вами ВСС. Вот он. Отрубил ногу. О, руки там. Что они, интересно, делают? Может быть, они... Ну, пукни, пукни, девка. Короче, они не чувствуют мой запах. Наверное, девка надо было... О, там уже рычит толстяк. Толстяк, тебе бирюзовая майка, если честно, идет намного круче. С ВССом проходить вообще отель на изи. Но, если честно, мне для такого долгожданного события не жалко даже нашего васасика. Блин, такой телевизор испортили. Держи. Такой, по-моему, идентичный лут, да? Что здесь? Кабинка душевая. То, что доктор приписал. Похавать у нас ничегошеньки нет. Ну, конечно, на почте есть. Там, по-моему, еды завались-отвались. Так, следующее. Во-во-во, пацаны, вообще, ребята, вы чё? Учуяли мой пук? Так, тумбочка. Херандок, а вот и еда. Теперь моя девка не хочет жрать. Смотрим, еще одна тумбочка, какой-то
Что они делали на этой постели, что развалили ее? Блин, ну они шалуны. Конечно, вот эта тетушка язва, она как бы сильная шалунья. Вы видите, развалила целую. Так теперь куда же мне идти? Ага, я вижу одно место, где можно пройти. Вот дырка в двери, не могу пройти. По-моему, это все. Блин, да это весь отель мы почистили. Несмотря на то, что он такой крутой, большой. Ага, бежать еще можно. Задний двор. Ох, тут следы от машины. Кто-то выезжал в большой спешке. Но недалеко, ребят, недалеко этот парнишка уехал. Походу у него что-то случилось. Именно что? В бассейн заехал. Ну, мужик, ну ты нашел место и время, когда купаться решил. Подмыху захотел и в бассейн улетел. Блин, такую машину уграндохал, блин. Давайте еще, чтобы наша девка была сыта на все 100%. Если честно, ну, хорошенький лут. Хорошенький лут, ребят. Хорошенький лут. Наверное, разработчики давно не видели хорошего лута. Это не совсем хорошенький лут. Следующее, что хотелось бы обязательно проверить, это рейд. Рейд после обновы. Не изменили ли что-то наши разработчики? Ну, что хотел сказать. Обнова. На оценочку ставим. Ну, в принципе, задумка шикардосная. Немножечко где-то это уже я видел. Где-то такое событие уже есть. В какой-то из игр, которые я играл. Но, если честно, мне понравилось. Сделали бы лут немножечко получше, чтобы для начинающих не только простой глок надбитый, а, например, там, не знаю, ну, каких-то пару дробовиков, эмочку, там, глок, это было бы намного шикарнее. И вот эта бронь бы, не выпадали кеды надбитые, например, ВСС броня. Было бы шикарно, интересно, намного интереснее, чем, например, прийти, просто убить кучу зомби, тетушку язву, сделать немного поагрессивнее, немного пожестче, и было бы намного круче. Всем, ребят, спасибо за просмотры. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Пишем, ребят, комментарии, что бы вы хотели видеть нового в отеле. И как вам понравилось обновление или нет. Всем пока-пока. Увидимся обязательно в следующих видео.